Всем привет, с вами Эдхох Юга, и это мой подкаст на несколько минут. И главная тема этого подкаста — это дизлайки. Смотрите, тут все хорошо идет. Ну, тут вот 4 дизлайка, аж кто-то накрутил, видно, сразу дизлайки накручивают, просят друзей. Тут 3 дизлайка, может, ну ладно, дизлайки, в принципе. Ну, тут, в принципе, ничего такого я не сделал. У меня есть подозрение, кто это сделал, но пока не буду обвинять. Ложно. Тут 5 дизлайков, но я понимаю, потому что я больше не снимаю, потому что времени нету, да и сегодня сниму, постараюсь. Так, ну тут 2 дизлайка на интро, тут 4 дизлайка, ну правильно, это хорошее видео. Тут дизлайки ставить незачем. Вот это вот 153 лайка, ох, 149 лайков, 122 лайка. То есть Лего Марвел самая такая лучшая. Так, Battlefield. Ну и вот. Я выложил видео всего-то вчера в 22:53. На видео говорю сразу. Лайк поставил я, чтобы смотрелось как-то. Сейчас так все делают. Но самый ужасный ужас. Видео только вышло, уже сразу там дизлайк. Это означает то, что это человек. Конечно, он обязательно посмотрит это видео. Он заходит очень часто на мой канал, постоянно его обсирает, не любит и так далее. Тогда ты его смотришь, а? Объясни мне, пожалуйста, захрен тебе ставить эти дизлайки? Просто возьми, отпишись, не смотри, что ты людям настроение портишь? Вот сижу, думаю, снять для вас видео, может кому-то понравится. Видимо, тут нравится, потому что тут лайков больше, чем дизлайков. Однако... Все равно, кто-то дизлайки доставит. У меня есть подозрения, еще раз повторяю. Но пока точно выводов не буду делать. Ну, пожалуйста, напишите в комментарии. Да, я ставлю дизлайки. Ну, ставите их. Настроение портите человеку. Ради вас снимает, а вы просто не можете лучше снять и дизлайки ставить. Я понимаю, что может это даже снимает, ставит лайки, тот, кто снимает, лучше меня и так далее. Ну, зачем? Дайте развиться моему каналу нормально. Что не так в этом видео? Вот что не так? Значит, на хаве всё-таки. Качество вроде бы 720p, в полном экране, все шрифты видно отчетливо, все в порядке. Никаких авторских прав нету. Ну тогда чё ставить дизлайки? Просто так. Все. Думаю, это основная тема подкаста была. Пожалуйста, тот, кто смотрит это видео, если вы еще раз поставите дизлайк, я просто вычислю. Напишу сообществу YouTube, что просто так кому-то заняться нечем, кто-то ненавидит меня. И ставить дизлайки. Если вы за то, чтобы я нашел этого человека, ну и запретил ему доступ к каналу, ставьте лайк. Ну а, конечно же, те люди, которые, конечно же, мне ставят дизлайки, то ставьте дизлайк, я пойму, кто это уж. Ладно, всем удачи, всем пока, с вами был ваш Эдхох Юга.